всего 2 звонка. Анурбей, позвони сама. Пусть звонит, если хочет. Итак, вот это фотографии со стройки. А дела, я смотрю, продвигаются. Да. Каждую неделю туда езжу, Хидайбей. Аллах поможет тебе ее завершить. И сына твоего будут помнить, и люди бедные смогут лечиться. Щедрый ты человек. Спасибо, спасибо. Ну, мне пора. Ладно, я пойду. Скоро увидимся. Бурханбей. О, Анурбей, добро пожаловать. Благодарю. Вы сказали, мы едем в Этилер? В газете четко написано Этилер. Улица Йылдыз, дом номер 45. Я знаю, где это. Так захотелось поговорить с вами, Бурханбей, и вот я здесь. Аллах, Аллах. Хорошо, что я не надоедаю вам своими разговорами. Ну что вы, наоборот. Представьте себе, беседуя с вами, я отдыхаю. Здравствуйте. Простите, Анурбей. Стоянка заполнена, я припаркую машину в Лалали. Позвоните, чтобы я подъехал за вами. Хорошо, Яман, без проблем. Я буду ждать.